Добрый день, уважаемые коллеги компании «Биозан». В компании я Ефремова Евгения Николаевна, город Ростов-на-Дону. В компании я работаю уже 2 года. Оздоравливаюсь, помогаю всем своим родным, близким, чужим людям также оздоравливаться. Сегодня я вам хочу рассказать о нашем магнитном поясе, который состоит из магнитов и турмалин. Турмалин у нас находится на задней стороне, мы одеваем, и впереди, когда мы заводим пояс, застегиваемся, он у нас как раз приходится на переднюю часть. Вот вы это видите, да? Вот. На сегодняшний день это очень уникальный пояс. Почему? Здесь находится 8 магнитов на спине, а здесь находится также 8 магнитов впереди. Что это нам дает? Когда у нас начинает болеть позвоночник, когда у нас начинает болеть поясница, мы его одеваем и заводим, и получается, что у нас вот эта передняя часть приходится на пупок, ниже пупка. Там, где находятся женские органы, мужские органы. У женщин, у кого проблемы, заболевания по-женски, у пожилых людей с возрастом идет подтекание мочи. Я вам уже рассказываю, открытым текстом буду говорить. У мужчин точно так же. Простатит, аденома, воспаление, циститы. И получается, что мы получаем двойной результат. Мы на спине убираем боли, воспаление, и точно так же у нас срабатывает передняя часть. Если у вас болят тазобедренные суставы, что вы делаете? Вы тогда на больной тазобедренный сустав разворачиваете на одну сторону, у вас приходится вот здесь как раз турмалин, а этот приходится на вторую ногу у вас, как раз на сустав. И у вас получается, что вы лечите не только больную ногу, сустав, но и вторую, помогаете точно так же оздоравливать. Теперь я вам расскажу о все, кто попереболели ковидом на сегодняшний день. Очень у многих людей идут воспаления, остатки. Что надо делать? Особенно у многих болит спина, позвоночник болит. Что надо делать? Надо делать. Берем вот эту часть, мы вот так прячем ее вниз сюда, собираем, выкладываем на постели или на диване, как вы спите. И укладываетесь именно вот такой частью, чтобы у вас приходилось, где у нас начинается холочка, вот, и пошла у вас полностью по всему позвоночнику. У вас снимаются все воспаления, у вас снимаются все боли, и вы себя начинаете чувствовать прекрасно. Даже если вы не болели ковидом, но у вас проблемы со спиной, даже если у кого грыжи, позвоночники, не бойтесь, пожалуйста, все это делайте. Теперь, что можно можно делать точно так же поясом. Болит у вас колено. Вы берете колено, точно так оборачиваете, приходится вот на колено, вы свернули, закрутили, эту рядышком у вас как попадет, или вверху, или внизу. Болит у вас локоть. То же самое, вы локоть обернули, вот так закрутили. В общем, вы поняли, плечо у вас болит, то же самое. Это на сегодняшний день наша первая палочка-выручалочка. Вот я вам просто приведу пример. Я вечером легла спать, я чувствовала себя прекрасно. Утром я сегодня проснулась, а у меня болит левая сторона поясницы. У меня грыжа находится в пояснице, поэтому она мне отдает в левую сторону, у меня идет защемление на левую сторону. Что я делаю? Я сразу одела пояс. И пока я
собиралась, пока я умывалась, кушала, завтракала, на мне был пояс. Потом я собралась и поехала на работу в офис. В инструкции у нас написано, что перед тем, как одевать турмалиновую продукцию, надо намочить тело. Я этого не делаю. Для чего это делается? Чтобы быстрее начался процесс турмалина с нашей кожи. Понимаете? Чтобы быстрее начал действовать турмалин. Вот. И поэтому я не делаю, я не мочу кожу. Моментально, буквально 5-10 минут у вас начинает срабатывать, у вас начинает печь. Значит, вы первые разы делаете, вас печет где-то минут 20. А потом уже боль у вас будет, печенье притихать, и вы будете ходить, ну, где-то в течение часа. А потом с каждым разом вы можете время продлевать. Вот поэтому я вам хочу сказать, уважаемые коллеги, пользуйтесь поясом, и чтобы он у вас всегда был с собой. И я на сегодняшний день пользуюсь практически всей продукцией компании Биозан. На сегодняшний день это очень уникальная продукция. Очень. Вот. Поэтому я очень благодарна руководителям компании, которые создали такую продукцию, натуральную, без всякой химии. Я очень благодарна нашим руководителям, Кате, Радику, Ольге Ивановне. Она у нас руководитель офиса в Ростове. Поэтому пользуйтесь, оздоравливайтесь, будьте здоровы. До свидания, всего хорошего.